Россини, Чайковский, Верди, Штраус. Музыка великих композиторов всех времен и народов в исполнении современных мастеров из разных городов России. Как объединяет искусство, видно даже за кулисами. Многие из участников концерта, уроженцы Мордовии, сегодня живут и работают за пределами малой родины. Этот концерт – редкая возможность встретиться с коллегами. Я в свое время 12 лет отработал в этом театре, и много еще осталось артистов, тех, которые меня помнят и которые до сих пор здесь работают. Вот. И потом мне приятно познакомиться с теми людьми, которые приехали. В этот вечер, кажется, все было пропитано единством. Концерт, собранный из разных арий и балетных номеров, смотрелся как единое целое. Мордовские артисты вместе с гостями на одной сцене. И, конечно, тема тысячелетия единения, как красная нить всего действа. Ничего не остается, как удивляться мудрости наших предков. Они уже давно тогда поняли, перековав мечи на орала и обнявшись по-братски. И вот тогда они уже были на правильной дороге. Два номера саранская публика смотрела с замиранием сердца, и каждый встречала и провожала горячими аплодисментами. Великолепно. Нам очень понравилось. Мы вот с коллегами обсуждаем балет чудесный, национальные наши номера прекрасные, гости чудесные исполнили. Артисты собрались в Саранске всего на один вечер. Те, кто в Мордовии впервые, очень жалели, что метель помешала прогуляться по столице республики. Юлия Лямкина, Андрей Байков, Вести Мордовия.